Сегодня многие люди находятся в поиске дополнительного заработка. Кто-то планирует сменить место работы. Молодые специалисты, окончившие учебное заведение, также озабочены трудоустройством. Найти работодателя или же работника поможет новый информационный портал «Работа в России». Государственная служба занятости совместно с Министерством труда России создали всероссийский сайт по поиску работы по всей стране. Простота, удобство, доступность – основные составляющие информационного портала. Отличие этого сайта – то, что он абсолютно бесплатен, он не загружен рекламой, спамом. Вот. И второе, он сконструирован таким образом, чтобы в самом простом варианте была обеспечена доступность для человека. Более 1,5 миллионов предложений уже доступны соискателям. Регистрация для просмотра вакансий не требуется. Нужно задать необходимые критерии – район, наименование профессии, желаемый уровень зарплаты. Есть возможность разместить резюме. Регистрация занимает пару минут. Достаточно оставить свой номер телефона или адрес электронной почты. И сотни тысяч работодателей смогут вас найти. А собеседование можно провести онлайн с помощью скайпа. Откуда поступают на портал вакансии? Прежде всего, они берут со всех служб занятости нашей страны, самими работодателями и от крупных сайтов, которые зарекомендовали себя благополучными на рынке труда. Существенное преимущество сайта – наличие интерактивной карты привлекательности регионов. На ней представлены данные о благоустройстве района, развитии инфраструктуры, данные о среднем уровне зарплаты, а также стоимость потребительской корзины. Екатерина Куприна, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.